В настоящее время одна из самых распространенных схем обмана – это ваш родственник попал в ДТП. Звонить может как сам родственник, так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Причины могут называться разные – совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками. Но итог разговора всегда одинаков. Для решения вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят передать либо курьеру, или перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер. В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего успокойтесь, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвоните сами в отдел полиции по телефону 02 с мобильного 102.